любой родитель будет записывать ребенка заранее, а не тогда, когда уже наступит 2 июля, или там ребенок поедет поступать в другой регион и так далее и тому подобное. Нам нужно срочно запускать. Я и так не понимаю, почему мы затянули с этим, что мы договорились, что с 1 июня будет работать. Давайте ускорять все. Почему 15 июня? Почему мы не можем раньше? Чего там отбирать операторов? У нас и так все операторы известны. Что мешает нам прямо сегодня начать запись?